Всем доброго времени суток. Мерики Наталья, центр Альфа Омега Плюс, представляет вам гороскоп на 15 мая 2018 года. Луна в Близнецах, первый и второй лунный день до 14:47 по Москве. Первый лунный день, потом начинается второй лунный день. Если вы следите за лунными днями, то вы прекрасно знаете, что первый лунный день, он иногда занимает несколько часов и не всегда попадает на день именно. Иногда он оказывается в ночное время суток, и мы с вами ничего не успеваем. Поэтому сейчас до 3 часов дня есть хорошая возможность сделать закладку на целый лунный месяц. Это время, когда хорошо делать амулеты, это время, когда хорошо проводить определенные ритуалы, строить планы. Если вас интересует, как можно заряжать деньги или делать ритуалы на привлечение денег, любви, свою жизнь, то вы можете почитать это в интернете. Это очень доступная информация. Это будут ритуалы на первый лунный день, вы их легко можете найти. В эти лунные сутки очень сильно обостряется интуиция. Возникают верные предчувствия. Поэтому обращайте внимание на мысли, которые будут приходить к вам сегодня. Они могут изменить вашу жизнь. В первую половину дня старайтесь завершить все важные дела. А во второй половине дня мы приглашаем вас на вебинар Инессы Крыжановской, где она расскажет о магии Юпитера. Юпитер – это очень интересная планета в нашем гороскопе. Она очень социальная, это планета большого счастья. Если вы не знаете, где у вас находится Юпитер, вам нужно посмотреть гороскоп, и вы будете четко знать ваши основные желания именно в социальной сфере. Если же вас интересует, когда и где наступит ваше счастье, то приходите на вебинар Инессы, она вам очень четко расскажет и даст пошаговый план, где что смотреть и как можно проанализировать гороскоп, не будучи астрологом. Сегодняшний день не самый подходящий для новых знакомств. И даже некоторые ваши начинания могут быть встречены окружающими в штыки. При этом вы можете рассчитывать на поддержку родных и близких. Но стоит избегать нечестных поступков, потому что все тайное будет явным. Сегодня также хорошо заниматься творчеством. Может быть, рисование, рукоделие, пение. Но не перегружайте себя. Важно воздерживаться от крика, проявления злобы и осуждений. По здоровью сегодня остерегайтесь сквозняков. Недопустимы операции в области горла, шейного отдела позвоночника. И также сегодня опять не стоит лечить зубы. День сегодня благоприятен для раков, львов, дев, лесов и водолеев. Менее благоприятен для скорпионов. Мы ждем вас на нашем вебинаре